Всем привет, друзья! Сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня я бы хотел поднять тему «Я новичок» в группе ВК. Такая тема давно гуляет по интернету. Да, это больше не в Ютубе, а больше в ВК. Но в Ютубе это тоже есть. Вот это вот «Я новичок», сказал самодельщик радужного говна. Вот. Значит, смотрите, вот этих вот «я новичков» дофига. И этим они просят, они просят, типа, оценивайте не строго, потому что я новичок. Вот, и этих новичков развелось очень много, которые делают, даже пусть не радужное, но говно. Вот, ну или самоделки не очень. Ну или просто очень простые самоделки. Вот, но это уже другое. Так вот, когда я был новичком, я на это не жаловался. Я даже радужку строил. У меня на канале есть радужка. Радужные тупые самоделки, ужасные, которые кому-то нравились, кому-то нет. Кому нравились, не знаю. Вот. Так вот, да. И что вот такому человеку сказать? Посмотри у других. Там, не знаю, вот мне такие люди, я новички, очень много попадаются, делают самоделки не очень, да, вот у меня вот тот же самый Санжар, допустим. Ну, он меня просил научить, я не могу. Понимаете, он говорит, они говорят, что я новичок. Типа, у меня мало деталей. А потом у меня такой возникает вопрос. А зачем вам помогать, если у вас нет деталей? Как бы, я уж, ладно, типа, окей, помогу, но чтобы детали были. Вот. И вообще, в плане научиться, надо учиться долго. Ну, месяцев 5 надо потратить, чтобы сделать вот такое вот тело. Ну, это самоделка. Сегодня, кстати, в выпуске будет. Вот, точнее, отдельным видео. Реально надо очень долго самоделить, чтобы, допустим, не использовать никакой скелет. Вот. Уроков так таковых очень мало на Ютубе, типа, как сделать. Ну, есть там парочку, там, от Томела, от Болтрона, кстати, да. От Болтрона очень хороший урок есть. Вот, поэтому они даже такое не смотрят, они просто говорят, я новичок, не оценивайте строго. Вот. И что, что ты новичок? То есть, в принципе, отмаза. Это отмаза и не более. Но если действительно новичок, да, вот реально, то он пойдет, посмотрит на другие самоделки, посмотрит обзоры, как делают, возьмет какие-то себе идеи. Потом уже выложишь какую-нибудь пригодную самоделку, на которую можно поставить лайк. А не так, я сделал за 5 минут, я новичок, поэтому ставьте мне там лайки, допустим, или сделайте что лучше. Да, конечно, таких людей басу. Вот. Что-то их развелось слишком много. Я говорю, если вы новичок, да, то возьмите, там, посмотрите на чужие самоделки. Посмотрите уроки, ну, чьи-то, найдите, там, Болтрон, Томел, больше, честно, я не видел уроков. Хотел сам запилить, но я понимаю то, что, знаете, это довольно-таки сложно, потому что у людей техника не очень много, вот, и как я буду давать уроки, просто тупо, это сюда, потому что, блин, вот такой техник тела сделать довольно-таки сложно. Вот, и я никогда, кстати, не клонирую свои самоделки. Ну, клонировал ранее, когда они еще не очень были. Но теперь нет, не клонирую. Вот. Собственно, я думаю, я все сказал. Просто новички вот эти вот достали. Вот. В общем, подписывайтесь на мой канал, это было рассуждение. С вами был я, Лего Стайл номер 1. И всем пока, до скорых встреч.